Один из символов Владивостока – сторожевой корабль «Красный вымпел», который с 1958 года стоит у причала на Корабельной набережной, погряз в мусоре. Судно, построенное в 1910 году и названное «Адмирал Завойко» в честь первого военного губернатора Камчатки, в 1923 году было переименовано в «Красный вымпел». В далеком прошлом посыльное, пассажирское, учебное, сторожевое судно, сегодня «Красный вымпел» – мемориальный корабль-памятник, один из пяти кораблей-музеев дореволюционной постройки, расположенных на территории России. Особенно удручает тот факт, что с присвоением Владивостоку звания «Город воинской славы», один из военных символов города, находится в таком плачевном состоянии. Мало того, что корабль-музей уже давно ремонтируют, так и место возле судна уже не столь привлекательно для туристов. Загрязненная акватория залива «Золотой Рог», где находится мемориальный корабль, отнюдь не ласкает взгляд, и убирать мусор никто не спешит. А тем временем до саммита АТС осталось меньше 3 месяцев.